Я вас приветствую на сервере, и вы совершенно правильно не ослышались. Не ослышались, потому что мы создали сервер, на этом сервере будет играть 7 человек, и 2 человека на любом стриме, который у нас будет, будут играть свободно. Совершенно для этого ничего не нужно. Единственное, что вам нужно, это, естественно, что лицензионная игра и DLC Big Bad. Вот, дальше вы просто-напросто заходите на стрим и ждете пароля. Где-то минут за 5-10 до начала стрима или во время стрима я буду говорить пароль на этот сервер. И те, кто успели скопировать, зайти, те будут играть. Вот, правила поведения на стриме довольно-таки простые. Самое главное, не мешаться. Правильно там что-то делать, то есть уметь хоть что-нибудь делать, помогать. Ну и не флудить в чате. И, наверное, это все. То есть от вас фактически ничего не нужно. Заходите, играйте. Для тех же, кто хочет играть на сервере стабильно, для тех, кто хочет себе обеспечить место, есть возможность задонатить. Вы можете задонатить за слот, это где-то в районе 5 фунтов, но то есть это зависит от того, от цены слота на сервере уже. Это не от меня зависит. Вы туда донатите, и тогда можете играть целый месяц. В любое время, когда сами захотите. Или можете задонатить где-то рублей 100 или около того, ну, где-то так. Вот, и тогда себе обеспечить место на стриме. До конца стрима вы будете играть, если, конечно же, не будете нарушать правила. Вот, если же у вас нету желания донатить, вы всегда сможете поиграть бесплатно. И вот оно, смотрите, наши настройки. Это International. Подключаемся к серверу. Вот он, Степан Холера сервер. Вот у нас игроки 7 человек. Ну и, собственно говоря, все. Подробности сервера. Вот то, что нужно для того, чтобы вы могли поиграть. Вот эти вот моды, это Hoodhider и GPS мод, есть в описании к этому видео. А также будут в описании к любому стриму, где будет видео записано с сервера. То есть вы просто смотрите описание и скачиваете эти моды. Все, добро пожаловать!